Всем привет, дорогие друзья, из солнечной, прекрасной, по-настоящему уже летней Алании. Мы продолжаем цикл наших видео о шопинге в Алании. И сегодня мы с вами по очень-очень вашим многочисленным просьбам идем в женский отдел магазина Роя Кундура. В первую очередь расскажу вам о том, как же попасть в магазин. Поскольку сейчас на пятничном рынке идет очень большая стройка, и когда вы приезжаете на автовокзал в самом центре Алании, вы выходите из автобуса и поворачиваете налево, и видите вот этот вот забор. Так вот, магазин Роя Кундура находится вот, видите, в розовом доме на первом этаже. Но из-за стройки, для того, чтобы попасть в магазин, нужно повернуть направо, обойти дом вокруг, и тогда вы попадете в магазин. Либо повернуть налево и также обойти несколько домов, и тогда вы также попадете в этот магазин. Обязательно в описании к этому видео смотрите все пути на карте Google, каким образом можно попасть в магазин. Друзья, мы уже находимся около магазина Роя Кундура. Опять же, как попасть в этот магазин? С той стороны находится автобусная остановка, на которой мы только что были. С той стороны находится улица Ататюрка, бульвар Ататюрка. И для того, чтобы попасть в магазин, вам необходимо обойти несколько зданий. И вот через эту улицу вы попадете напрямую в магазин Роя Кундура. В описании к этому видео смотрите ссылку на карту и каким образом пройти в магазин разными путями, обойдя вот эту вот стройку и здание. В магазине Роя Кундура, как многие из вас знают, продается мужская, женская, детская обувь производства Турции. И каждый сезон привозят новые красивые модели по хорошим ценам. Цена соответствует качеству. Если вы уже были в магазине Роя Кундура и покупали здесь обувь, обязательно напишите в комментариях. Все будут рады, в том числе и мы, почитать ваш опыт из этого магазина. Сейчас мы находимся у входа в магазин, и на улице, как вы видите, стоит большое количество обуви. Это означает, что обувь, которая стоит на улице, продается по скидкам. И в магазине Роя Кундура в женском отделе, обзор мужского отдела и детского, смотрите видео, которое находится по ссылке в описании, обувь продается от 200 лир. Это означает, что это либо последние модели из серии, либо последние размеры, либо один размер какой-то модели. Но можно найти совершенно разную обувь, например, летнюю обувь, можно найти кожаную обувь, осеннюю. В общем, много-много разных видов. Поэтому, когда вы приходите в магазин, обязательно обращайте внимание вот на эти стенды, которые стоят на улице. На первом этаже магазина Роя Кундура представлен новый сезон. Здесь вы можете приобрести как более классические модели. Например, вот такие вот белые кроссовки. Это натуральная кожа. Либо совершенно модные современные модели. Например, вот такого вот плана. Сейчас очень модно в этом сезоне модны цветные шнурки. Если вы любите черную обувь, белую, серую, классических цветов, она здесь есть. Но если вы любите что-то более оригинальное, посмотрите, какая красота. И это все 100% натуральной кожи. Такие кроссовочки стоят 570 лир. И я вам их очень советую, потому что таких кроссовок, например, у меня несколько штук. Есть именно вот такие белые, есть золотые с лазерной обработкой. В общем, выбор очень большой. Можно носить как и на прогулку, и, например, на работу, либо в выходные дни. Есть совершенно разные модели. Сейчас ассортимент очень большой. Например, представлена вот такая вот марка Free Food. Именно вот такая вот модель у меня тоже есть. Только полностью кожа лазерной обработки. Невероятно удобная. Носится очень долго. Вы можете носить целыми днями, несколько недель подряд. Я тестировала в отпуске именно эту модель. Относилась потрясающе. У нас на первом этаже представлены новые модели, более такие летние варианты, разные варианты. У нас новый сезон сандаликов летних. Смотрите, мама у меня шикарная. Вот на танкетке, очень удобная. Потом есть в черном-белом свете. Вот марка Venus очень хорошая. Цены начинаются от 300 лир. И там разные. Вот вместе вот красивая очень модель такой. Из два света, черный и такой бежевый. Рисунка. Каблук такой интересный.
Очень хорошая кожа натуральная, что внутри, что снаружи. Так что очень красивая обувь. На широкую ногу можно без проблем. До 41 размера есть. И вот такие моднячие, очень красивые. Вот смотрите. На большой подошве очень хорошая кожа натуральная. Выемка под ногу сделана. Удобная очень. И не тяжелая. И в черном свете, и в таком бежевом свете есть. Есть такие вот сандалики. Красиво вот завязывается на ногу. Очень хорошая. Ортопедическая. Тоже кожа натуральная вся. Есть три цвета, черный, белый и такой нутовый. Вон я все покажу. И в черном свете, и в таком свете. Ну, просто шикарно. Нога отдыхает мне. Смотрите. Мягкая-мягкая. И цена приемлемая. Тоже вот марки Venus. Тоже три цвета есть. Очень хорошая на широкую ногу. Колодка очень удобная. Вырез под ногу сделан и все. Потом у нас есть вот что. Сейчас модно очень. От Missimo. Тоже красивая. Такая удобная и элегантная модель. Мама Мия тоже вот, цвета есть разные, тоже классная, элегантная, мягкая. На большой подошве от фирмы Гужи, это турецкая марка. Кстати, вот даже в Италии продается, у меня это знакомая есть, там за бешеные деньги продают в Италии. Они вот идут с сертификата. Вот можете, кто хочет, может зайти в этот Google переводчик. Вот запишет, тут Илья Кундра только имеет право продавать. Цвета есть разные, белый вот такой красивый, очень цвет такой. Колбай такой бежевый, не чисто белые, тоже легкий очень. Потом от Venus, вот у кого нога широкая, там бывают проблемные ноги, очень мягкая, вот смотрите, очень хорошая на широкую ногу. И цвета разные, черный, бежевый, такой зеленый, белый, желтый. Вот тоже новая модель, красивый такой, элегантный вариант. Она с виду может быть жесткая, но очень мягкая внутри все. Вот эти красивые модели вот, показывал, очень легкие и мягкие, есть в черном свете и белом свете. Кстати, очень легкая подошва, классная. Не желтеет подошва. Вот от Venus очень классно, вот смотрите, есть цвета разные, можно два в одном. Можно как тапочки носить, как обувь носить нормальные. И тут тоже вот самые вот разные цвета, на широкую ногу, допустим, вот разноцветные, очень хорошие. Ходовые модели, вот смотрите, кожа замечательная, люксовая. Вот здесь уже у нас вот кроссовочки варианты, вот смотрите, тоже от Mamma Mia новый сезон, шикарный просто, выемка все, подошва не желтеет, легкая, кожа натуральная, что внутри, что снаружи, префарированная, дышащая. У них есть еще такой тканевый вариант, тоже классно, удобно, два цвета. Потом вот от Venus, смотрите, здесь все на подушечке, очень удобная обувь, кстати, вот тоже новый сезон от Missimo. Интересная модель, вот смотрите, кожа натуральная, лазерная обработка, подошва не желтеет, уже красивая очень модель, вот новый сезон, потом Mamma Mia тоже кожа натуральная, видите, разноцветная есть, в таком свете, красивая обувь, кстати, вот, от Missimo. Очень красивая модель, кожа натуральная. А также, если вы любите что-то более классическое и модели, похожие на модели очень известных брендов, есть, например, вот такие вот лоферы с цепями, которые очень модны в этом сезоне, либо вот такого вот плана лоферы, которые можно носить вот таким вот образом, либо полностью. Невероятно мягкая кожа, классная фирма Venus. Ну и, конечно же, в этом магазине представлен большой выбор обуви на выход. Вы можете приобрести как вот такие вот классические туфли на высоком каблуке, либо, если вы любите что-то более интересное, красивое, оригинальное, посмотрите, очень большое количество босоножек. И, например, вот эта вот модель пользуется большим спросом. На выход, на вечер, очень красиво, для каких-то также торжественных событий. Если вы любите что-то более спокойное на плоской подошве, есть, например, вот такие вот туфли. И здесь как раз два очень важных тренда, это острый нос и цепочка. Цепочка сейчас, это, конечно же, очень-очень актуально. Если вы любите что-то на низкой подошве, но более интересное, вот, например, такого плана, также с элементами декора, но более такие закрытые, спокойные туфельки.
большое количество босоножек на выход, туфли совершенно разнообразные, которые можно носить и в офис, и на какие-то торжественные события. Посмотрите, вот более такая спокойная модель, а вот такая вот модель на выход летом. Ну, либо можно носить, конечно же, круглый год в каком-то закрытом помещении. Кто любит золотую, серебряную обувь, здесь она тоже представлена в большом количестве. Например, вот такие вот модели тоже очень-очень красиво и элегантно смотрятся. Можно купить такие туфли, надеть простое черное платье, и это будет выглядеть очень красиво. На втором этаже, как я уже сказала, представлены модели старого сезона. И большой-большой выбор зимней обуви. Сапоги, ботинки разных цветов, размеров. Ну и, конечно же, есть сумки. Здесь тоже вот летние варианты. Это покажу. Вот Софи Море, вот, кто покупал, знает. Хорошая марка. Кожа натуральная, люксовая кожа. Не жесткая, так что под любую ногу можно. Удобная колодка. Здесь тоже кожа сделана. И цена здесь у них 440 лир. Цена, но хорошая, очень классная. Давайте я вам покажу сапоги. Классные. Люксовая кожа тоже. Внутри натуральный мех. Тоже вот цвета разные есть. Коричневые, зеленые. Очень удобная колодка. Здесь тоже широкая. Можно сделать побольше, даже если надо. У кого-то там шлёкает. Мы растянем, не проблема. Натуральный мех. Мягкая очень. Вот эти геомолы даже. Здесь есть вот она широкая, открывайте и все. Вот что там расслабляется. Широко становится. Вот кто любитель там таких вариантов. Тоже классные. Натуральная кожа. Тут тоже сигаречка натуральная, все. Цены начинаются от 500 лир и выше идет. За 700 есть, за 1000 лир есть, за 1500 лир есть. Вот тоже очень классная, хорошая. Вот тут на резинке у кого нука широкая. Тут можно даже больше сделать, открыть. Тоже на натуральном меху. Красивая, удобная колодка. Хорошая. Вот смотрите. Тут даже есть 41 размеры в этом модели. Они три цвета. Вот. Черный, бежевый, красный. И есть тут такой побольше, вот тоже красивый очень модель, такой элегантный. Хороший тоже на натуральном меху. Тут тоже есть до 41 размера. Проблем нету, можно на любой. Еще раз говорю, здесь можно даже растянуть, это не проблема. Вот здесь разные цвета, разные модели. Вот мне нравятся вот ботинки вот такие красивые, такие вот удобные очень. Видите, вот цвета разные. Хороший вот. Есть такие вот натуральные замшевые от Фрифит марки. Тоже вот тут идет натуральные. Видите? Вот очень классные. Брызгайте брызгалкой и не портится обувь. Тоже вот от Мама Мия. Тоже кто любит вот такие стили, очень хорошие, классные. Вот допустим есть такие вот ботинки, такие вот, таким скажем, на каждый день. Они стоят, натуральная кожа, 370 лир. Хорошие такие. Это на каждый день. Вот здесь тоже вот очень классный. 420 лир стоит натуральный набук. Вот тоже очень удобные. Это кто покупал, знает эту марку Venus. Хорошие. То есть вот есть эти хаки коричневые. Вот белый тоже вот Venus. Они раньше шли в коротком кроссовками, сейчас вот полботинками. Тоже очень классные. И цена у них стоит 930 лир. Здесь то же самое, тоже от Venus. У кого проблемные ноги, очень хорошо подходит. Кстати, мама меня тоже. Такой вариант есть. Тоже внутри ортопедическое все. Мягкое очень. И в черном свете, в таком свете хаки. Это более такие уже элегантные варианты идут. Кто любит на высоком, ну колодка удобная очень, тоже хорошая, симпатичная, вот дама, которую вот в офисе можно одевать.
деловой, хороший. Здесь у нас летние варианты, сандалики. Мама мия, эту марку знаете, большинство наших покупателей знают эту марку. Хороший, удобный очень, допустим, на каждую ногу идет широкую. Вот смотрите, есть такой вариант, допустим, вот говорят, тут нету дуска, да? Это не проблема, у нас тут есть аппарат, растянем, не проблема. Вот тоже очень хороший, классный, мама мия, мягкий-мягкий вообще, смотрите, гнется. Отличная. Здесь тоже разные цвета. Отсюда у нас идут летние ботинки, перфорированные от Мамы Мии. Вот цена 750 лир. Ну, здесь люксовая кожа тоже. Вот есть такой вариант, тоже перфорированный. Цена 420 лир. Вот так. Здесь Софи Море. Тоже хорошая люксовая кожа. Многие знают эту марку, которая для нас делает серию Алания. Это название нашего магазина Алания. Это город, знаете. Цена, вот, допустим, на такую стоит 400 лир. Здесь у нас более такой закрытые варианты. Допустим, мама имеет тоже вот такие. Это очень хорошие, ортопедические. Моделей много, на любой вкус, любой цвет, кому что нравится. Здесь более такие осенние варианты, скажем. Вот эти все осенние варианты. Вот эти очень было модно, многие купили. Цвета разные были, вот закончились просто. От Флипфуд. Здесь тоже вот. Мама имеет тоже такие осенние варианты, вот смотрите. Здесь этот ортопедическая натуральная кожа, 600 внутри, 600 снаружи. Здесь у нас сумочки идут, кожаные, натуральные все. Разные цвета, разные размеры. Классика, более такой спортивный вариант, рюкзачи, все есть здесь. Красивый цвет, допустим, натуральная кожа, все. Фурнитура очень хорошая. Кожа натуральная, красивая. Цена начинается от 400 и выше. Добро пожаловать у нас к нам в магазин Льве Кундра. Многие знают, что у нас большой выбор. Ждем вас, приходите, разные цвета, разные номера. Так что никаких проблем. Приходите, поможем, подскажем, выберем обувь. Спасибо. Для чего же я пришла в этот раз в магазин? Для того, чтобы выбрать шлепанцы. Здесь представлен огромный выбор невероятно классных моделей. И как я вам уже говорила, в этом сезоне в моде цепи. И посмотрите, какая шикарная модель. Огромные цепи и очень-очень удобные. Есть несколько цветов. Зеленые, беленькие. И если вы хотите открытый вариант, есть вот такого вот плана открытый вариант, тоже разных цветов. Вот это вот мега модная модель, скажем так, которая соответствует трендам. Также есть модели вот такого плана, ультра ярко оранжевый, ну и конечно же поспокойнее, это черный и бежевый цвет. И еще если вы хотите что-то более спокойное, но тоже какую-то оригинальную модель, есть, например, модели вот такого вот плана, либо очень красивые модели вот такого вот плана. Как я говорила, цены в этом магазине начинаются от 150-200 лир. Приходите, смотрите, выбирайте. И обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, что из этих моделей я выбрала. Мне понравилось вот это и модель, конечно же, вот такая вот на лето, просто идеально. Друзья, на этом наш обзор закончен. Обязательно приходите в магазин Руа Кундура, выбирайте красивую, качественную обувь производства Турции. В этом магазине есть абсолютно все, как вы видели, от супер-мега модных моделей до более классических, спокойных моделей со стразами. Качественной турецкой обуви здесь очень много. Приходите, выбирайте, радуйте себя, носите красивую, качественную обувь. Ну, а я с вами прощаюсь. Добро пожаловать в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.